Правительство Франции вводит мораторий на повышение налогов на топливо сроком на полгода. Об этом заявил премьер-министр Эдуард Филипп. Кроме того, в течение зимы не будут повышаться цены на электричество и газ, которые планировалось увеличить с 1 января. Пойти на уступки пришлось из-за масштабных беспорядков, которые длятся уже третью неделю. Активисты не только устраивают уличные демонстрации, но и блокируют нефтехранилища, а также въезды в грузовые порты. Это привело к дефициту топлива на заправках. Некоторым АЗС пришлось прекратить работу.